В США родился ребенок, ждавший появления на свет 27 лет. Эмбрион девочки был заморожен в октябре 92 года, пока в феврале 20-го семейная пара Тин и Бен Гибсоны не решили стать его родителями. Молли появилась на свет в октябре. Девочка установила новый рекорд. Эмбрион был заморожен дольше всех в мире. До этого рекорд принадлежал старшей сестре Молли, Эмми.